19 ноября – особая дата для волгоградцев и всех жителей нашего региона. В этот день, 70 лет назад, советские войска неожиданно для гитлеровцев перешли в наступление, которое завершилось окружением и полным разгромом 6-й армии вермахта. Победа под Сталинградом ознаменовала начало коренного перелома в ходе всей Великой Отечественной войны. Но далась она дорогой ценой. Сотни тысяч красноармейцев навсегда остались лежать в сталинградской земле. Вернуть имена солдатам под таким названием сегодня на мемориальном кладбище Мамаева-Кургана стартовала масштабная акция по увековечиванию памяти защитников Волжской твердыни. Репортаж Екатерины Караваевой. На стенах военно-мемориального кладбища Мамаева-Кургана увековечено около 6 тысяч имен погибших воинов. Чтобы установить их поисковикам, сотрудникам музея-заповедника «Сталинградская битва» иногда требуются годы. Фамилия рядового Хорошевского появилась на гранитной плите совсем недавно. Он был призван на фронт в 1941 году, участвовал в боях под Сталинградом, работал санитаром на полях сражений и погиб от ранений. И только в нынешнем году подвиг бойца перестал быть безымянным. Конечно, отрадно, что подвиг не пропал зря. Все и умершие, погибшие во время атаки, и умершие после этого, они свой труд, ратный труд вложили в освобождение нашей страны от этой коричневой чумы и дали жизнь всему миру. В 70-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом родственники Тимофея Хорошевского приняли участие в торжественной церемонии, посвященной установке новых памятных плит с именами погибших воинов. Данные о них сотрудникам поискового отдела музея-заповедника «Сталинградская битва» пришлось собирать буквально по крупицам. Поисковый отдел музея-заповедника десятилетия собирал по крупицам данные, все это систематизировал, выяснял и работал с военкомандами в регионах, с военным архивом в городе Подольске. И в результате этого уже образовалась достаточно большая образовался достаточно большой список фамилий, которых были абсолютно доподлинно установлена их причастность, участие и гибели в Сталинградской битве. Первые 5 установленных 19 ноября плит – это лишь начало акции «Вернуть имена солдат». Она продлится до следующего года. И к 70-летнему юбилею Сталинградской победы на стенах мемориального кладбища появится еще почти 1500 памятных табличек. Именно здесь, на Сталинградской земле, мы дали почувствовать врагу и всему миру, что такое советский народ, что такое Советский Союз, что такое Россия. Сегодня мы проводим серьезную акцию «Верните имя солдату». И сегодня 17 тысяч имен мы вернем в память российского народа, в память всего народа, который населял Советский Союз. Имена героев Сталинградского сражения будут увековечены в граните, прочным и стойком, как сам их подвиг. По 12 фамилий на каждой плите. В мастерской Игоря Чернышова это уже не первый патриотический проект, но, пожалуй, один из самых масштабных и значимых. В душе есть гордость то, что эта работа именно попала в мои руки, потому что все-таки это люди воевали, и мы этим гордимся, нашими героями. Ко 2 февраля установка всех гранитных плит с именами 17 тысяч красноармейцев, сложивших свои головы под Сталинградом, должна быть завершена. Это станет посильным вкладом нынешнего поколения в дело сохранения памяти о подвиге героических защитников города на Волге. Екатерина Караваева, Людмила Кухарева, Андрей Истомин, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».